Он на последнем издыхании летит, вы только посмотрите, в него попала молния. Привет-привет, ты на канале Малышарин ТВ, и сегодня мы поиграем в фиксиков. Ой, смотри, по-моему, у них что-то сломалось. А вот и наши малыши-фиксики. Так, здесь нужно сделать... Ух ты, здесь нужно сделать настоящий вертолет. Интересно, куда он полетит? О, давай вот такой сделаем, красненький. Как она? Леди Баг, точно. Только что-то нету подходящей кабины. Вот, черная подойдет. Отлично. Смотри, прям настоящая Леди Баг. Ну, или Божья коровка. Божья коровка тоже подходит сюда. Ну, ладно, я буду считать, что у меня Леди Баг. Что интересно дальше ждет нас в этой игре? Ух ты, вертолет полетел! Здорово! Сейчас мы отправимся с ним вместе на приключения. А фиксики нам в этом помогут. Давай выберем героя. Я предлагаю выбрать Фаера. Он такой чудной и веселый. Кстати, а ты пиши в комментариях, какой герой фиксиков твой самый любимый. Ой, куда он полетел? Хоть бы в кабину залез. Ну что, давай отправляемся в путь. Надеюсь, нас ждет увлекательное приключение. Ой, какие-то эти, как их зовут, эти жужелицы маленькие? Забыла совсем. Что-то вообще не вспомню. Ну вот. Ой, ёшки-матрёшки, ты только посмотри, сколько здесь птиц. Что нам поможет от них избавиться? Ну давай бластер какой-то ветряной выберем, что ли? Да, а нет, помогает, нормально, эти вороны улетают. Вернее, падают прямо вниз. Ну что, отправляемся дальше? Отлично. Смотри, какие большие пузыри. Я дуванчики летают. О, ёшкин кот, ты только посмотри, сколько здесь всяких. О, вот это я понимаю, бластер с водой. Я бы в так... О, не дотягивается немножко. Отлично, здорово. Все у меня получилось. Ладно, отправляемся дальше. У нас же там что-то сломано было. Ой, дождь мешает. Опасности, опасности. Какой кошмар. Давай пониже полетим, что ли. Может быть, там меньше ветра. Ух, прошли это опасное препятствие. Посмотри на наш вертолет. Какой-то кошмар просто. Ну ладно, а вот мы и прилетели в новую квартиру. Здесь что-то произошло. Точно, кофемашина сломалась. Ну ладно, давай ее починим. Фиксикам все по плечу. Так, ничего себе, да тут вообще все поломано. Давай все открутим лишнее здесь. Кошмар какой-то. Ну-ка, здесь отпаяем, а там... А, тут просто можно отмыть. Здесь часики, они все какие-то грязные. Прям кошмар какой-то. Ага, вот, и еще здесь грязь была. Здорово. Как мы легко и быстро со всем справляемся. Теперь нужно прикрутить и приварить новую схему. Так, здесь прикрутим. Отличненько. Посмотри, как быстро у нас все получается. Кстати, неужели кофемашина такая внутри? Я бы никогда не поверила. Здорово, смотри! Здорово-то как! Мы победили! Интересно, что еще ждет нас сегодня в этой игре? Ой, еще дальше нужно куда-то лететь? А, конечно же, на базу фиксиков! Да, порядок! Ты только посмотри на этот кошмар! Что случилось с нашим вертолетом? Это просто какой-то ужас. Я бы на такое вообще не села. Теперь все намылим, напеним и потом смоем. Надеюсь, из шланга. Я бы с удовольствием шланг... О, с пушкой еще веселее. Вот это здорово. Вот это игра, так игра, я понимаю. Отлично, смотри, теперь ветерком все просушим. И вот... Вот ты только полюбуйся, теперь наш вертолет как новенький. Здорово. Ну что, ну мы же все сделали. У нас появилась какая-то новая деталь для вертолета. Ну давай попробуем, сделаем еще какой-нибудь вертолетикус.
Так, давай посмотрим, что тут у нас еще произошло. О, ёшки-кот, какие-то беда у нас какая-то сегодня на кухне. Посмотри, микроволновка сломалась. Так, давай посмотрим, какой самолет нам выбрать. Ой, какой же это самолет? Это ж вертолет. Что я говорю? Так, ладно, давай выберем новую деталь. Ну не зря же мы ее заработали. Так, а нос какой? Нос, какой же выбрать нам носик? Отлично, давай пусть вот такой будет, с улыбочкой. А хвост, ну пусть вот этот будет, отлично подойдет. Здорово, смотри, какой интересный вертолет у нас получился. Отправляемся на задание. Ой, а героя-то не выбрали. Давай выберем, кто с нами пойдет на задание. Точно, а давай-ка выберем папуса. Он такой большой и сильный, всегда со всем справляется. Кстати, а ты пока пиши, какой герой фиксиков у тебя самый любимый. И не забывай, ставь лайки, если любишь мультики про фиксиков. Так, а мы отправляемся в путь. Ну что, папус, давай скорее. Отлично, смотри, как ускорился. Ну и вот это я понимаю, скорость. Здорово, смотри, какой он быстрый. Аж все сносит на своем пути. Ему все преграды нипочем. Опять эти вороны? Сейчас, сейчас, а если их шариками закидать? А, здорово, смотри, они все улетели. Вот так вот вам. Нечего тут мешаться на моем пути. У нас тут папус летит, он сейчас всех спасет. Здорово. Смотри, как ловко и быстро у него все получается. А это что такое? Это что за цель? А, вот для чего шарики-то нужны были. Смотрите-ка, здесь нужно стрелять в цель. Вот это я понимаю, развивает меткость и внимание. Так, еще немножко. Здорово, все получилось. Ура, ура, ура. Обожаю, когда все получается. А проигрывать как-то не очень люблю. Хотя проигрываю весьма часто. Так, ой, ёшки-матрёшки, вы видели, какие там молнии там? Бедный вертолет, он весь, он на последнем издыхании летит. Вы только посмотрите, в него попала молния. Ё-моё, как же быть, лишь бы он долетел и нигде не рухнул. Ух ты, повезло, вот и наша квартира, где у нас сломался, точно, сломалась микроволновка. Давай-ка ее быстренько починим. Посмотрим, что тут у нас сломалось, что тут нужно припаять, отпаять. Да давай отправляйся в мусорку, нечего с тобой здесь делать. Все разломано, только в путь. А теперь почистим от грязи. Ой, ё-моё, вы видели, как тряслась эта плата? Я аж испугалась. Отлично, здорово, смотри, уже все чистенько и красивенько. Сейчас быстро все починим. Да и обязательно паяльничком. Так. Молодец. Ну что ж такое-то? Вот, порядок. Еще здесь немножко. Отлично, смотри, мы починили эту микросхему. Теперь должно все поработать на ура. Аж заблестело все. Как будто бы чистота и порядок стал. Да, мы победили. Давай потом оставим отзыв. Лучше поиграем еще немножко. Ой, ё-моё, наш вертолетик отлично долетел до базы. Я уж думала, где-нибудь свалится в пропасть. Или в лес, или еще где. Так, надеюсь, у меня сейчас все получится. Ой, вот эта грязь не мешает нам его помыть немножко. Еще немножко шампуника. И еще совсем капелюшечку. Теперь напеним. Вот так-то лучше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И смоем все водичкой. Ой, какой же чистый у нас вертолет становится. Кстати, а какой вертолет тебе больше понравился? Леди Баг или этот черно-серый? Мне, пожалуй, этот, наверное, понравился, если уж быть честной. Хотя Леди Баг тоже был очень крутой. Ну что, Нолик нам помог вымыть наш вертолет. И мы заработали новую деталь. Вот это крутецкая деталька. Ну что ж, а я думаю, на сегодня хватит. Ставьте лайки и пишите комментарии, если хотите помочь фиксикам пройти и починить какие-то штуковины. Всем пока-пока!